Hola amigos, я Макс Трава опять вместе с вами, и мы на канале о путешествиях. И это жаркая и просыпающая Доминикана. Погнали! Сегодня мы едем продолжать смотреть лодки и радоваться жизни. А также поедем в Порто-Плата, следующий большой город. Пока этому дому, пойдем искать лодку. Чувак, вы из знаете торговли? Йоу. Не? О, а что это такое? Вот здесь. Комидор. А это такое? Да, вот это. Прикольно. Потето, да? Нифига себе. Окей, gracias. Вот такой у них корнеплод. Вот посмотришь, в основном все-таки голодранцы на мопедах, на скутерах, а потом туда такая тачка. У них очень тоже большая разница между классами. Получается, есть вот какие-то дешевые либо машины, либо уже реально свежие современные машины. Вот это место, где делают катики. Вот смотрите, какой интересный вариант. Это как катамаран какой-то небольшой с мотором. Кстати, прикольная тема. На таких я не ходил. Блин, вид вообще шикарный. А вот смотрите, какой вариант нашли. Вон лодка, которая со сломанной мачтой. Блин, ну вот хорошо, что у меня есть дрон. Сейчас мы, короче, его запустим. Попробуем их облететь и посмотреть, продают ли эти лодки. Вон, кстати, лодка пошла. Сняли с якоря. Они, кстати, ночевали. Вчера ночью я видел. Деревушечка, да? О, смотрите, качельки. Ну, а вот наша лодочка. Ух, потряпана она. Смотрите, тут производство катамаранов. Это у нас какая-то фанера. Обливают его бокситной смолой. Смотрите, какой здоровый чан. И видим, эти катамараны строятся тут. Вау, целая верфь, друзья. Я никогда еще не присутствовал. Опа, тебе диванчик. Охренеть, вот эта тема. Делается, льется корпус, вставляется краспицы, не? Как-то они называются. Вау! Охренеть. У-ху! Будем веселиться, друзья. Короче, вот такая система. Сейчас тащим лодку дальше, плот этот. Блин, ну слушайте, а с этой стороны она смотрится ничего так. Даже очень ничего так. Внешний вид был обманчив. Такой широкий кокпит, это очень круто, но смотрите, какой минус. Очень низкий бум, гик. То есть можно, да, поставить бимини, но очень неудобно на самом деле. Очень неудобно на самом деле будет на ней жить, ходить. Очень низкие. Ну, зато вон крашпиль есть. Скрутка нормальная. Защита. Ну, такая уже потрепанная, надо перешивать. Ну, более-менее. Здесь у него какие-то проблемы вот с этими элементами, потому что расслаблена часть вся. Ну, датчики стоят. То есть что-то стоит.
Ну, вообще, как бы, не скажешь, что она сильно убитая, но вот эта тема неудобна. То классно, что есть арка, здесь есть подвесы, смотрите, для лодки. Это очень крутая тема, есть солнечные панели. Но вот это офигенная штука. Во-первых, смотрите, трап, у тебя есть жопа. То есть ты можешь еще что-то ложить, ставить. Ну, понятно, что по состоянию она подуставшая, но вот это очень крутая тема. То есть это реально океанская лодка. О, прикольно, такая просторная. Конечно, все надо отделку делать. Интересная компоновка. А эту... Все снимать, это убирать надо. Двигатель. Try to repair every time. Угу. Что такое, да, ушатанное. Здесь, кстати, потолок. Надо присаживаться. Неудобно. Но двигатель работает хорошо. Это такой мощный, здоровый мотор. Ну, блин, такое чувство, что она, честно, была под водой. Вся при том. Лодка ничего, мачта просела, а это очень плохо. Ну что, друзья, бананчиков, они еще зеленые. Что можно сказать про эту лодку? Конечно, интересный экземпляр, но верх весь уже уставший, мачта просела, надо и много чего менять, много чего делать. При этом хороший мотор, чувствуется, что хороший. У него даже электролебедка есть, у него нормальный винч, поднимать цепь. Сама лодка вроде как была построена на верфи испанской, и она полностью из толстого пластика, без использования сэндвич-панелей. Но верх уже у нее сгнил. Конечно, проектная, до хрена очень работы. Я думаю, наверное, не стоит такой заниматься. Просто проблема, что здесь ремонтной базы практически нет. Хоть, в принципе, интересная комбинация. Вот такой прикольный завтрак у нас сегодня, друзья. Ой, это горячий, доминиканский завтрак. Вышел, покушал, а солнышко вышло. Так стало приятно в душе. Класс. А это, кстати, маршрутка. Двери у них не закрывают. У-ху. О, я думаю, вот эту надо брать. А-а-а, вот это пипец. Кстати, туда можно понырять, что-то достать хорошее. Кетч, хорошая была лодка. Возможно, кто-то бросил ее, потому что пандемия, и она... Мы вернулись опять посмотреть еще лодки. Сейчас поедем на другую лодке. Смотреть другую лодку. Вот на этой лодке мы поплывем вон туда и посмотрим ту лодку. Там 85-го года лодка. Ну, знаем, что за как. Это лодка, на которой, видно, ловят рыбу. Вот, смотрите, даже малек, малек, малек. Иху! Погнали! Оп! Так, ну такая потрепенькая немножко. Все, бэн! Хорошая крепкая лодка. Так, это, я так понимаю, чтобы тузик поднимать, ставить. Что это вообще такое? Румпель. Ага, вон автопилот. Да. Как она выглядит внутри? То есть уже плиточка такое сделано. Ну, видно, недавно свеже покрашено, потому что еще очень пахнет краской. Ага, table here. Ага. Мачта. О, ну видишь, скрипит, как идет. Кто-то пошел, скрипит. Ну такая, прикольно. Что-то потопное, старинное такое. Ну, это трос. Это я смотрю, натяжения какие-то. Видишь, они расслаблены, это надо натянуть. Вот здесь прогиб. Все, вот здесь уже пошел. Ну, винч. Да, конечно. Тут этот пластик вообще говно. Уже тоже, видите, надо перепрошивать все. Она уже оторвалась. Ага. Вот это я понимаю, дождик пошел. Блин, такие вот краски, да, аж пестрит.
покупки бесплатно, друзья. Как по мне, то, конечно, эта лодка очень-очень старая. И, ну, прямо очень старая. Старт ее 25 тысяч. Не знаю. Ну, может, 15, если на старте еще стояла, можно было бы разговаривать, но мне кажется. Нашли еще одну лодку, стоит на воде. Попробуем сейчас узнать, где и что. Ола! О, вот это шапка! Шляпа! Шляпа! Носила шляпа! Поехали опять кататься, друзья. Можно такой поедем? Хорошая. Но это водоросли, это ощущаются нормально. А вот видишь, первая скрутка уже потрепалась от ультрафиолета защиты. Надо ее переменять. Первая скрутка хорошая, мощная. Второй парус, он более маленький. Например, обычно штормовую делаешь. Ну, чуть морда побита, это нормально. Якорь говно. Вторая скрутка, видишь, тоже. В принципе, защита нормально. Вот это все... Как только пойдешь, все нахер, разлетится. Ну, там, пару раз раскроешь паруса, и все разлетится. Ну, чиркало, видишь, как не раз. Я. А вот это такой. Что? Ну, где-то другая вот такая лодка, он показывал ее не раз. Вот эта лодка, на самом деле, неплохой вариант. Не, хороший вариант. Ну, это океанская лодка, это старая, скажем, школа. Ходи по прогибу, смотри. В общем, еще одна лодка, в принципе, неплохая, вот эта большая, но, к сожалению, закрыта она. Ключа у нас не было. И, знаете, вот сразу интересный такой момент. Вот нас пока возили везде, ну, естественно, показывают свои лодки бесплатно. И владелец сам договаривается. Тут мы договорили, чувак сказал, да, сейчас я покажу. В итоге мы нашли какого-то тузика, ну, чувак нашел, на нем приплыли к лодке, посмотрели эту лодку, мы не смогли внутрь зайти и открыть ее, потому что не было ключа, только приедет владелец завтра. Он назвал 35, потом говорит такое, ну, вообще 27 мне давай, во, 2. А потом такое под конец говорит, так, дай там немного денег этому чуваку за то, что мы на лодке прокатились. И ты понимаешь, что после такой ситуации это как бы, знаете, разводняк будет. То есть тут там что-то денег, тут там что-то того. Короче, местные продают, сразу чувствуется, что такой, знаешь, прайс могут кинуть, задуматься, придумать. И ценник может совсем скакать. Вот, ну лодка типа большая, якобы 44 фута. Не знаю, я не увидел, что это 44 фута. По ширине чувствовалось и по лебедкам чувствовалось, что это такой большой. В основном случае... Прикольно, лодка. В общем, может, поедем, посмотрим ее еще раз. Но сейчас нам 5 часов ехать до Порто-Плата. Думаю, что-нибудь найдем. Суровый мужик с мачете. Ходит. Тут у машины ни дверей нету, нифига. О, открыла одна дверь ей все же. Лобовое стекло все ушатано, разбито. Красота! Вот это шикарничек! Ух. Атлантика, друзья! Океанище! С берега он так классно смотрится.
хер ты здесь станешь на лодке, колбасить тебя будет. Ух! Вот это жесть, друзья!